Всем привет, это снова видео о моем ежедневнике, и на этот раз я буду заполнять разворот с целями на 2017 год. Я снимала видео, где подробно рассказывала о ежедневнике и заполнении других страниц, поэтому сначала советую вам посмотреть их, так как все они логически последовательны. Еще раз повторю, что все цели делятся здесь на 4 сферы жизни: дом и семья, работа и карьера, путешествия и выходные, здоровье и красота. Начну я с вот этой страницы, и когда я заполняю, я обычно делаю вот так вот. И тут очень удобно становится писать. И в самом конце, когда я все это запишу, буду, конечно же, красиво оформлять. Ну, по крайней мере, стараться. Ежедневник обычно я заполняю толстой черной ручкой, но поскольку я их всех забыла дома, я буду пользоваться своей старой с розовым помпоном. Сейчас она выглядит так, если найду фото, оставлю, какой у нее был прежний вид. Как я понимаю, здесь нужно написать, куда вы бы хотели поехать и вообще просто как провести свободное время и выходные. Я здесь буду писать места, которые бы хотела посетить. Первое место — это Краун Плаза, Мертвое море. Это отель, в котором я уже была, и мне там понравилось вообще самое больше из всего, куда я когда-либо ездила. А я была в достаточно многих местах. И это, наверное, из-за того, что там давали вкусные и невероятно красивые пирожные на ужин. И вообще, Мертвое море — это чудо, которое хотя бы раз в жизни необходимо посетить, потому что в воде вы чувствуете себя как пончик в кляре, вас постоянно подносит вверх, и ощущения непередаваемые, несравнимые ни с какой более ванной. А оно еще и постоянно высыхает, уменьшается, и, возможно, через некоторое время у нас уже не будет возможности его посетить. Я вам вставлю фотографии этого места, чтобы вы понимали. Элат — это тоже невероятно удивительное место, база отдыха в Израиле на Красном море. Гжив-Эль-Аз — это тоже необыкновенное и сказочное место, в котором все деревья одинаково изогнуты. И причем это не особо далеко, так что сесть и просто поехать вообще не предоставляет никакой сложности. И, как вы поняли, Гжив-Эль-Аз переводится как «кривой лес», и находится он в Польше. Шварцвальд — это невероятно загадочный и сказочный лес, который находится в Германии. Тоже до него рукой подать. Я здесь не писала каких-то недосягаемых целей, они довольно просты, и я указывала те места, которые действительно хотела бы посетить. Беловежская пуща — вроде такое простое место, но, говорят, очень красивое. Находится оно как и в Белоруссии, так и в Польше. И самое простое, хоть написала я его и в конце, это посетить рождественскую ярмарку. Самое простое, потому что всего лишь для этого нужно сесть на автобус и подъехать, можно пешком, правда, далековато будет. И это совершенно ничего не стоит, только вот второй год у меня почему-то возникают с этим какие-то проблемы, то ли компании нет, то времени. Как вы видите, здесь и на английском писала, и на русском, на немецком, на польском, и вообще смешанным суржиком немецко-английский. Вообще весь ежедневник я веду на английском для того, чтобы его не понимали посторонние люди. И плюс это может каким-то образом еще и расширить мои знания. С этой сферой мы уже закончили. Давайте перейдем теперь к здоровью и красоте. Я уже снимала для вас видео, как похудеть, и не странно, что первое, что мне пришло в голову, это потеря веса. И здесь я написала такое, как девиз всего этого: больше ходить и меньше есть. Healthy eating — перейти на здоровое питание. Но, наверное, будет самым сложным вообще из всех моих планов, потому что все мы любим поесть какую-нибудь гадость. Здесь я написала уменьшить талию до 60, сейчас она у меня где-то 65-66, и это возможно благодаря специальным упражнениям, которые называются Body Flex. Я их уже давно делаю, это вы видели в моем хэби трекере. Пока результатов таких, как, например, хотя бы 3 сантиметра, я не заметила, но надеюсь, спустя год мне хотя бы удастся немного ее уменьшить, так как все остальные параметры у меня в норме, только вот эти вот 5 сантиметров, они явно лишние. Мне бы хотелось отрастить волосы именно до талии, ни больше, ни меньше. Я их просто сейчас постоянно подрезаю у парикмахера из-за того, что они сильно посеклись после многочисленных покрасок. И, конечно, первым пунктом возвращения их длины является восстановление качества.
идеальная кожа, хоть я и уже очень много сделала для того, чтобы ее привести в порядок, и это довольно-таки результат, который меня мог бы устроить. Но благодаря правильному питанию я надеюсь, что она станет еще лучше. Хотя все вот то вот, что я делала с ней, привело меня к такому результату, который я имею сейчас за 6 лет только. И как мне еще удастся сделать какой-либо прогресс всего за год, я представить, конечно, не могу, но я буду очень стараться. Последнее, что я здесь допишу, это гибкость и йога, потому что мне бы хотелось вернуть такую, какой она была, ибо сейчас она просто в ужасном состоянии. Я перестала заниматься, как-либо гнуться и вообще осуществлять любую физическую деятельность, и мне это не очень нравится. Дом и семья. Дома у меня нет, семьи тоже, пойду выйду, поплачу. Под домом я подразумеваю какую-нибудь квартиру, которую я купила себе сама, или хотя бы снимаю за свои деньги, такой у меня нет. И явно правдоподобность того, что я куплю какое-нибудь поместье за следующий год, очень мала, поэтому я даже это не буду писать. Семьи нету, в смысле тоже своей, только родители, поэтому все мои планы и цели будут крутиться вокруг них. Это посещать родительский дом 4 раза в год и путешествовать вместе с ними. Обычно я делала это только на Новый год, летом, иногда еще и на Пасху, но потому что это святое. Работа и карьера, плюс сюда я еще и хотела бы включить хобби, то есть YouTube. Идеальным, конечно, решением задачи было собрать 100 тысяч подписчиков. В принципе, мне даже не так и количество важно, как активность, то есть если я чувствую, что люди со мной общаются, что-то спрашивают, я им отвечаю. Но в мотивации также важно определять конкретные цифры и даты. Классно, я написала веб. Как вы поняли, я хочу начать создавать интернет-страницы, я это делать умею, но почему-то возможности эту совсем не использую. В своем первом университете я учила язык C++, и я бы, наверное, хотела продолжить это делать. Я не люблю оставлять дела незавершенными, плюс они требуют еще равносильного задания взамен, иначе будет вот это вот чувство, что ты что-то не закончил. Также я бы хотела начать снимать DIY ролики. Я делала это раньше, но остановилась, потому что на это надо очень много времени и сил. Этот год университета я бы хотела закончить с оценкой 4,7. Это не является необходимостью, просто хочется поставить конкретную цель и нормально учиться, а не лишь бы просто поздавать экзамены. Все уже заполнено, и сейчас мы перейдем к декорации. Сейчас будем украшать. Делать я это буду при помощи своего любимого декоративного скотча, который показывала вам в прошлый раз. Я заранее нарезала его вот такими вот мелкими полосочками. Приклеиваю просто по черной линии, это довольно-таки легко, чтобы повторить вот эту рамочку. Хочу я еще наклеить что-нибудь из своих запасов, будет оно касаться университета, вот эти тоже мне надо. Здесь я наклею такую наклеечку Made by Me. Вышло у меня что-то вроде вот этого. Напишите мне в комментарии, понравится вам или нет, потому что мне что-то не очень. И если вам понравилось это видео, то не забывайте поставить мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Па-па-па-пам. To make time for your feelings, but you have to admit.